Меня зовут Алексей, мне в это воскресенье будет 30 лет, 2001 года. Начал болеть за «Локомотив», как-то отдался этому всему, сам я военнослужащий. До сих пор у меня висит в кабинете вымпел с автографом, и мне все заходят, когда там документы подписываются, и говорят: «Да как так, ты военный, болеешь за «Локомотив»?» Сердце не прикажешь. У меня папа болел с самого детства за «Спартак». И он меня агитировал в детстве, когда у меня еще не было, так сказать, вкуса, я не понимал ничего особенного. Потом прошло время, начал активнее смотреть футбол. Пошел против системы, не как все болели там во дворе за «Спартак» и за «ЦСКА». Мне понравилась команда, и я как-то, не знаю, вот... То, что ты с отцом соперничал с самого детства, ну вот в этом где-то вот такая, наверное, история. Папа больше так воспринимал, что я лишь бы против него пойти и выбрал другую команду. Как-то не странно, что периодически попадались матчи вот где-то как раз конец октября. Ну, несколько раз была такая ситуация, что играли именно с «Спартаком», и как приурочено к дню рождения мы ходили на футбол. Именно вот в день рождения вообще не выпадали матчи, а здесь с «Спартаком» для меня это просто какой-то, я не знаю. Но я надеюсь, что все-таки команда подготовит какой-то подарок. Это какой-то особый какой-то момент. Уже возраст 30 лет. Но так, наверное, матчей я еще никогда не ждал.